Ну давай, пацаны, анекдот расскажу. Едет дальнобойщик, останавливается. Гаишник его тормозит и говорит: командир, какая у тебя тяжелая работа? Ты стоишь на посту, будешь стоять? Он: да, буду стоять. А дождик пойдет, будешь стоять на посту? Он: конечно, буду стоять на посту. А жара, зной, 40 градусов, будешь стоять на посту? Буду, конечно, ебать. Вот бы мне хуй из такого материала.